завершилась партия между Шапером Аведяном и Кадыкамским, где ожидалось ничью. Партия была очень длинная и красивая. Хорошо, наверное, с дебюта. Какие-то комментарии, пожалуйста. Окей, давайте я быстренько прокомментирую, потому что, в принципе, так ничего особо интересного не было. Я тут уже играю в Ариан всю жизнь, шах тоже так со мной уже играли, то есть мы уже друг друга знаем хорошо. То есть это возникла типичная позиция, черный так поставил вот эту пешеную цепь. Вот. Ну, потом шах как бы пошел f4, и я понял, что если он мне задает как цепь, если я дам пойти c5, он мне задает как круана. В общем, поэтому взял на c4, а там уже дальше форсировано все это пошло, там c5, и потом переход на конь e4, и получился вот этот слон с резем с ладьей против слона, коня с резем с ладьей. То есть это уже почти все форсировано здесь идет. Вот. И потом там пару точных ходов белые сделали, король f2, g3, и в принципе получилась ничья. А так ферзь с ладьей, там, я думаю, что это объективно ничья, потому что там не пробить нигде было. Просто я там пытался, чтобы ну, не просто же так это. Нет, ну, пытался, потому что все-таки вы чувствовали, что все-таки какое-то преимущество есть. Что-то не, ну такой равно плюс как-то тоже отпускать жалко как-то. Плюс не более, как бы удивлял мне ходами все-таки некоторыми. Но объективно, честно говоря, все время ничья была, так что. Вот, только владение очень красиво, там, конечно, был момент такой, мы сейчас с шахом обсуждали. Значит, когда белые пошли, ну, взял на 5 там где-то. Ладья c4 не точность, правильно? Ладья c7 пойти. Вот, значит, взял на 5. Это какой ход? Ну, тут здесь вот где-то король f6, ладья c2, да-да. Значит, король f3, король h2, шах, король h3, я пошел f5, и можно пойти ладья g2. Угу. Идея такая, что ладья g2, и если ладья g5, ходить здесь, то ладья бьет А2, и на F5 ладья А5. В общем, был такой маленький. И на F5 ладья А5. Да. Ну, такая маленькая ловушка. Вот. Мне ну, понятно, что на ладья Ж2 белый надо ходить F5, и там у них ничья стоит. Ну, так вот. Я думал, просто F5, ладья Ж2, кроме 2, крыша 1, надо было показать любителям, чтобы они были знакомы с такими идеями. Да. Ну, все. Ничья. Версию ребята мы послушали, теперь Шахрьяр, что думал во время партии, не казалось ли, что где-то все-таки черные могли... Не, ну просто девят я f4 сыграл, плохой ход. Наверное, это плохой ход. Надо было торопиться с этим f4. И так получилось, после f4 вроде бы черные получили ну, достаточно игру, даже, может, попрять. Может, не надо было мне вот иначе покупать, в смысле, ладья ферзь, когда был, мне казалось, что можно было бы так ничью сделать побыстро. А так мучился и неприятно. Так что. Ну а тут факт на самом деле, что ничего предложить нельзя. Он как бы сыграл свою роль, может быть, где-то раньше бы согласились. Не, он бы, да, конечно. Какой, конечно, он бы не согласился. Конечно, какой. Не, ладья ферзь, как ты бы согласился? Это тебе поприятнее. Ну, ладейное окончание я бы согласился. То есть, как ты разменяли, я бы согласился. Ну, в смысле, когда? Ну, когда ты пошел одеться на 2, я считал, что это ничья. Ну, просто не могу, что тебе предложить ничью, там надо как-то дальше и ходить, как-то можно ходить. Не знаю, ну, в принципе, тут черные должны играть, потому что это все-таки не мертвая ничья. Ну, не, ну если бы не пошел ладья c4 или ладья c7, то я считаю, что ну, все-таки надо мертвая ничья. Не, ладья c7 вообще надо было. Вот это была ошибка, что я сыграл ладья c4 здесь вместе. Да, ладья c7 надо было. Вот я дойдем дал мне пойти. Да, ну, вот на 47-м падал. Значит, темп. 40, да, вот здесь 48. Да. Вот король 5, ладья 7 надо. Ладья 7, да, и на f6, да, ладья 6. Да, f6, ладья 6. Я так и подумал, что это ничья. Я ладья 4 сыграл из-за того, что f6, ладья 6. А вдруг ладья d1, если честно, я это идея зимнул. А так ладья 7 я видел ничья. Ну, потом я... Здесь вот ладья d1, там ну, здесь сложнее. Попадает под все эти удары. То есть не успевает ничего. Ладья 2, ладья 5. Ладья, нет, там ладья еще, 5. Там еще есть 5, и вот ладья h5, там вообще да, ничего да. нету. Нет, там без темпа. Проблема в том, что то, что мы партии играли, мы просто ладья d1 выигрывает лишний темп. Из-за того, что идея король e4, король f2, идея мат h1, нельзя было ладья d1 пропустить. Ну, в смысле, так... Ну, просто неприятно немножко. Да. Ну, с компьютером посмотреть, потому что компьютер это база есть. Да. У меня еще такой вопрос, просто вы говорите, там абсолютная ничья, а как-то вот здесь черные... Не могли по-другому сыграть, может, как-то король? Мог, мог король в 3 пойти король здесь. Король в 3, да, да, либо... Не, ну... Ну, я не знаю, ладья c4, что ли?
как угодно. Там вот. Ладью на F4 был. Ладья H7 вызывающие вопросы. Ладья H7. Ладья G6, вот если пойти ладья E4. А если вместо ладья G6 играть ладья C2 шах? Вот, и А3, и А3. Не-не-не, а шутка ладья А4, взял на H5, пошел ладья А5. Не, ну как H5? Не, здесь ладья А4, говорю, здесь. Да, ладья А4. Да, ладья G5, F4, взял на H5, как-то выиграть вообще. F3, ладья F5. F5, здесь что? Ладья А1? Же без ферзь пешек и без пешки H вообще ничья же. То есть технически, да? Ну да, то есть... Без пешки H может как раз там где-то... А если король Е2 здесь? А пешка еще H идет. Король Е2? Король Е2, король Ж3. Ладья Е8? Сейчас, минутку. Король Е2, король Ж3, ладья Е8. Так. Не знаю. H5, может пойти. H5 как-то, да, и что? Ну да. Ну как раз может пешка Б важна оказаться. Не, бей это из-за этого. Я хотел играть, понятно. Вот можно назвать. Да, да, да. Я хотел F3 из-за этого здесь я. Вот, если честно, я думал, что ладья G6 не самый хороший. Ладья G6, пожалуйста. Не, ладья C2. Ладья C2. Не, ладья C2 как пассивно. Вот и здесь. И король E3. Какой ладья? Ладья C4, может. Ладья C4. А? Ладья C4, ладья G4. Здесь ладья C4? Ладья G4. Ладья G4. Ладья G4. Ладья C4, ну F4 и король G1, да? Не, ладья C4, ладья C4 даже минимум можно, без смысла. Я просто, ладья C2, не, это вот из-за этого варианта, ладья C2 шах. Угу. Вот стал это вот, я считал немножко потом, ладья C2, король E3, А3. Король G1, ладья C1 шах. Ладья F1. Ладья F1. Там король G3. Не, так ладья C1 шах. Не, просто вот, не, взял, да, король G3. Надо шах, король E3. Вот это А3, вот здесь такой хуй. Вот я это пояс. Я думаю, что надо вот есть теоретический пояс, вот может. А ладья 2. Вот мне кажется, вот так надо. Теоретически. FH, типа вот там, не знаю, там. Красиво. Дворецкий там. Я просто подумал, что сначала я изменил идею, просто я думал, ладья F2 исход. Вот здесь я с ужасом ладья F2. Ладья F2. Король F2, АБ. И то же самое, F4, король Ж1. F4, король Ж2, я зевнул. Вот я издалека F4, король Ж2, зевнул. Это ничья. А если B5 играет, король Ж1 выигрывает. Да, естественно. Вот эту идею я зевнул. Да? Мне кажется, надо было шах и А3 играть, мне больше шансов, кажется. Хотя пусть ладья Ж6 начала. И после Ж6 я подумал, что... Я и так думал, что опасный ход. Я думал, что неправильно ход ладья Ж6. Я просто так играл, потому что тебе еще со временем, там уже у нас сейчас 7-8. Что играть точно там неприятно. Ладья G5 хотел пешку взять. Вау, не успевает белая. Да. Видел хорошую там. Вот здесь, да, может быть. Ладья 4. Я что-то чувствовал, как ладью куда-то надо туда поставить, но... А куда не? Я хотел ее на E3 поставить. Но на E3 она... Просто так взять? Да. Ну и в 4 сперва, может. Ладья G5, ладья. Так ладья... Ладья G5, да? Да, вот это мне это вот ладья 3, ладья H5. Ладья H5, да, вот F3. И ладья F5. Я вот это смотрел, ладья F5. Ну здесь на король G2 какой-то там. F3 ладья. Король G3. Вот король G2, король G3. Не, вообще вот после ладья G6 мне казалось, что... А на короле E1, король G1. У черных... Король G3, может тоже ладья E8? Да? Тоже. Не, ну я так и думал, что может уже... А. Ну не знаю, значит просчитался. А если H5 пойти? H5 ладья. Стяну ладья туда. Не, ну тогда уже H6 как-то. Если ладья 8? А стяну F2, да? Ладья 8 что играешь? А. Кому успеваешь, да? Ладья H8. Ладья F2, короче, два ладья H8. Ладья H8 не получается, да? Да. Вау. А если король H3, короче, 4, ну да, там король бежит туда. Вот пешка, вот это бежит. Значит, так наверное выиграл, да. Ну, значит, недаром играл. Ну я говорю, что недаром играл. Я говорю, что надо играть. Ничего не видел уже там. И вот ладья C2 надо было, самый принципиальный, и А3. Ладья C2-3. Вот это момент самый важный. Хотя я видел все ладья C2-3, но мне показалось, что практически лучше все минуты играть ладья G6. А так ладья C2-3 надо было играть. Ну ладно, ничего не было. Спасибо большое, если вопросы. Коран еще. Не было входа на F6 на место F5, где как-то задержать. Как? А, не,
И там лазят, я еще покажу. Здесь F6? F5 просто. F5, да. Все, не те. А, взял а так F6. Там же можно поиграть уже. Там, да, проиграть можно. И, по-моему, уже поиграно просто. Окей. Спасибо.